Добрый день, уважаемые слушатели! Вашему вниманию представляется онлайн-курс развития химии в Казани. Город Казань – город с богатой многовековой историей. Сегодня город Казань является важным экономическим и культурным центром России. История Казани 19-го столетия связана с открытием целого ряда образовательных учреждений. В 1804 году был открыт Императорский Казанский университет. Казань, Казанский университет, Казанская химическая школа. История науки особо фиксирует эту последовательность. Здесь химическая лаборатория Казанского университета возникла в середине 19 века, научная школа, давшая миру целую плеяду замечательных ученых-химиков, труды которых составляют золотой фонд мировой химической науки. Это имена Клауса, Зинина, Бутлерова, Марковникова, Зайцева, Арбузовых. Колыбель русской органической химии. Именно так называют историки химическую лабораторию Казанского университета. Из трех разделов состоит наш курс. Названия разделов представлены на слайде. 18 век в истории российской химической науки связан с именем Михаила Васильевича Ломоносова, который имел отчетливое представление о химическом чистом веществе и реактиве. Еще в 1745 году составлял план химической лаборатории, выдвигал непременным условием для успешного исследования наличие химически чистых веществ и реактивов. В последующем 19 век был ознаменован появлением химической лаборатории в Казанском университете, основоположниками которого стали Карл Клаус и Николай Зинин, сделавшие открытия, такие как синтетический анилин и открытие рутения. 20 век в истории Казанской школы химиков связан с именами Арбузовых. 20 век – Арбузовский век. Так прозвали этот период. Именно в это время получает свое развитие химия фосфорорганических соединений. Из этой школы, из школы Александра Ермингельдовича Арбузова, вышли такие известные имена, как Борис Александрович Арбузов, Разумов, Камай, Абрамов. В 1933 году в Казанском университете был организован химический факультет, а в 2003 году путем слияния химического факультета и научно-исследовательского химического института имени Бутлерова был организован химический институт имени Бутлерова. На сегодняшний день химический институт готовит специалистов в области высшего образования, среднего образования, химических технологий и так далее, и имеет у себя два корпуса, которые оснащены современным оборудованием.